Блять, болит так эта хуйня. Еще прыщ на щеке выскочил. Я слушаю. Эдик, как у тебя дела? Нормально. У меня тоже. Чего, как ты там? Ничего не проигрался? Ну, скажем так, помнишь, мы с тобой о поездке говорили? Ну да. Ты же не передумал? Нет, почему? Я же тебе сказал, с утра пойду вот 10 звездам открывать, там Сбербанк, я скажу, мне надо за квартиру заплатить. Мне же Лёшка тогда отдал 10 тысяч. Надо пойти заплатить 7 за квартиру, с телефон я 1000 заплатил, блядь. Вот, блядь. Там на продукты. Эд, я про Доминикану. За какую Доминикану? Слетать не хочешь с нами? Чего? Полететь с я, Серега и ты в Доминикану. Какой Серега? Симонов. Ой, блядь, ты чё, блядь, денег что ли ты хурея выиграл, блядь? Да. Да, сколько, блядь, ёпки? 2 миллиона. Да, конечно, блядь, как вот ты свистопляс, блядь. 45 рублей, Эдик. А? 45 рублей. Да? Ну тогда давай мне перечисли немножко копейков-то. Я побольше за квартиру заплачу, я же тебе говорил вчера, у меня 12 тысяч за Подожди. Давайте я тебе поездку предлагаю. Ты если согласен, конечно, оплатим. Ну ты перечисли мне хоть немножко, я чтобы побольше заплатил. Я сейчас только 7 смогу заплатить. Больше ничего не смогу. 7, еще 5 останется. Блять, и вообще, сейчас опять же. Короче, нет. Ну так, Эд, скажи мне. Чего? Касаемо, ну, Хикан, сходи с Хиканом, сделайте, точнее, вам не надо ничего делать. Это мы через интернет. От тебя нужно лишь согласие. Какое согласие? Согласие на полет в Доминикану. В отель. Надо сначала паспорт сделать. Ну, мы тебе сделаем паспорт. За 3 дня сделаем. А левый какой-нибудь, блядь? Какой левый? Прям сразу, блядь, в аэропорту, нахуй, на меня браслеты, блядь, поехали, блядь, мальчик, блядь. В такую Доминикану, называется КПЗ, блядь. Они не посмеют. Ладно, живем мы. Ну то есть давай как-то, ну я к тебе приеду, бля, или как-то. Вот. Там мы решим. Или ты опять свистанцию? Нет, тут говорят, Андрей большой вытащит. А? Андрей большой вытащит. Ты слушай, ты что, обкурился что ли, блядь, а? Нет, это я просто рад тебя слышать. Рад. Я тоже тебя рад слышу, но только я не рад, что ты с утра пораньше начинаешь мне, давай в Доминикану, давай еще куда-нибудь, блядь. Какие Доминиканы, блядь? Доминиканская республика. Я знаю, что такая есть, блядь. Доминиканская республика, блядь. Ой. Так, а ты где будешь-то? В Можайске, да? Да, я пока в Можайске. Пока, вообще ты в Звенигород хочешь ехать? Ну, сегодня или завтра, но скорее всего завтра. А как я, куда я тогда? В Звенигород. Так тогда мне завтра ехать к тебе? Ну, я тебе скажу, когда я уже буду в Звенигороде. Вот, сегодня я же еще здесь спать не ложился, пока что. Понятно. Все с вами ясно. Ну ясно, блядь. Короче, ладно, в общем, сегодня никуда не еду, да? Ну, пока да, пока да. Ну ладно, я еще не видел. Давай мне там что-нибудь перекинь, а?
А то ты у нас миллионер теперь, блин. Блин, слушай, Эд, я тебе перекину, а ты сразу начнешь говорить. Ублюдок. Чего я скажу, ублюдок? Я тебе говорил хоть раз, ублюдок, Эд. Ты говорил, что я жопа. Кто ты, говорит, жопа, блядь? Ты когда это я тебе говорю, что ты жопа, блядь? Че ты начинаешь вот херню? Это точно укурился, блядь, с утра пораньше, блядь. Ну ты говорил это. Говорил. Ну, знаешь, было за что, блядь. Просто так я тебе не сказал. Ладно, хорошо, я. Все, давай, перекидывай. Я сейчас сколько так времени у нас? 9:18, вот через 20 минут я выдвигаюсь в звезду. Пока доковылякаю, блядь. Я у Лехи спросил, он говорит, там только круглосуточно перекресток в звездном работает. А это все из 10. Ну вот как к 10 шлёх. Хорошо, Эдуард. Ладно, все, давай. Давай. Жду. Давай. Я тогда в перекресток зайду, еще что-нибудь пожать возьму. Хорошо. Вообще, я... Но ты так-то не против, да? Я правильно понимаю, если мы тебе паспорт сделаем? Я тогда не буду против. На неделю, на недельку слетаем. Значит, ты, я и Сережка. Да. Ну, я согласен тогда. Все, это... я... На такую поездку я согласен. Все, Эдуард, давай. Маску не забудь там. Эдик, ау. Маску не забудь. Куда? Ну, маску не забудь ты, когда в общественное место пойдешь. А у меня всегда с собой, я с собой ношу. Я в курсе. Так ее надо менять каждые полчаса. Ой, блядь, хорош, ладно, блядь, менять там ходит вообще, блядь, уже как будто, блядь, как ты угли разгружали, блядь. Хорошо, Эд, давай. Так, давай. Ну все. Смотрите, решено. Албек из Мачатка.